Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Анна. это мой канал особенной спицы с Анной. Хочу, девочки, начать вести такой недельный влог, в котором я буду рассказывать, что, чем я вообще занимаюсь всю неделю. Конечно же, я свои будни не буду вам показывать. Если честно, нечего так и показывать. Многие знают, что я постоянно езжу за рулем. Если что-то, конечно, будет интересное так по дороге, то я покажу. Если. Ну, я, например, для меня это обыкновенные будни. Сел за руль, поехал-приехал. То есть никуда в такие вот места прям сказочные, я не езжу. Езжу чисто по работе. Но есть между работой, как говорится, время когда я могу уделить именно себе и своему любимому делу. Недовязов у меня очень много. Вот, есть, конечно, процессы текущие, но я их буду показывать вам тогда, когда мне это будет разрешено организаторами совместного проекта. Если это изделие я не показывала в совместном проекте, то, естественно, я вам его тоже не покажу, для дабы, вот, как бы не попасть на какие-нибудь, в кавычках, страшные штрафные санкции. Вот, поэтому начну, наверное, с самого легкого, простого, это со своих недовязов. И я думаю, что это как-то меня будет дисциплинировать и подстегивать хоть немножко, хоть на сантиметр, хоть на, я не знаю, на несколько рядов провязать то или иное изделие. И, конечно же, я надеюсь на вашу поддержку, если вам такой формат видео, грубо говоря, зайдет, да, понравится, я буду это снимать на еженедельной основе. Значит, что я хочу сегодня? У меня вторник. Даже забыла уж какое число. Так, третьего у меня был день рождения. Это была суббота. Шестое число. Вот. Сегодня 6 февраля и вторник, и свой блог я буду начинать вести со вторника. И в следующий вторник я буду вам выкладывать итоговое видео, то есть последнее подключение у меня будет в понедельник. В понедельник буду подводить итоги проделанной своей работы за неделю. Попробую, получится, получится. Попытка не пытка. Может быть и в дальнейшем мы будем встречаться с вами хотя бы ради этого, да, а, по чаще. Значит, что я хочу сегодня вот вторник. С утра были дела моталась туда-сюда, остались вот вечерние, вечернее небольшое время, и хочу за это время немножко продвинуть один мой старый долговяз, недовяз. Значит, что это у меня? Это вот такая жилетка. Жилетка у меня полностью связана. Вот. Вязала я его по кругу, эту жилетку, ее вернее. А то сейчас начнут мне поправлять, что я неправильно разговариваю. Эту жилеточку я вязала по кругу. Здесь у меня вот такая имитация как будто бы шивного изделия. Потом я разделяла полотно пополам. Вот таким образом. Здесь вывязала V-образную горловину. И, естественно, перед спинку вязала по отдельности. Что мне осталось здесь сделать? Здесь у меня обвязка рукава сделана. А здесь нет, то есть только обвязать. Я думаю, что уже за вечер я это точно сделаю. А, очень хороший, красивый узор на этой жилетке. Мне он очень нравится. Вяжется очень просто, а смотрится очень эффектно. Если кому этот узор понравился, можете пройти у меня на канале в плейлистах э, схемы вязания узоров. Там есть такой плейлист. И там есть мастер-класс на этот узорчик. Это, не помню, какой номер узора, от Хитомишида. Но он вяжется, как видите, просто, но смотрится очень эффектно. Все, я удаляюсь и покажу свои продвижения уже, закончу ли эту работу или нет, уже завтра. Всем добрый вечер. Сегодня у меня среда. На часах практически, сейчас скажу, сколько времени, только приехала с работы, пол восьмого вечера. И хочу вам показать, что у меня вчера связалось. Как я говорила, да, мне оставалось обвязать один рукавчик. Я с этим благополучно справилась. Вот. Так что можно первый день мне поставить плюсик. Чем я буду заниматься сегодня? У меня собралась вот такая стопочка кукольных нарядов, которым нужно пришить пуговички и отправить в магазин. И вот сегодня я этим займусь. Здесь много. Тут получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Эти три платишка тут под вот 15, 15 штучек. Да? А, да, и на туничке тоже нужно будет пришить. Так, эта туничка у меня готова полностью. Пуговички здесь есть. Просто нужно будет отложить. Ее можно носить как кофточку. Таким с отложным воротничком. И можно носить как свитерок. Свитерок-туничку. Вот так. Это готовый. Вот нужно сесть, пришить пуговички. И я вам покажу. Я, может быть, даже с утра завтра сниму, потому что надо будет завтра отвозить. И покажу, сколько у меня получилось сделать. Закончила я свою работу или не закончила. Вот такие планы на сегодняшний вечер. И плюс буду вязать, немножко продвигать еще один проект, который я показать пока вам не могу. В ближайшее время выйдет отчет по нему. И когда вы после того, как выйдет отчет, я уже покажу продвижение по нему тоже. Но думаю, что в этот недельный влог, это изделие тоже войдет. Но ну все, сегодня среда, еще раз повторюсь, я ухожу работать над кукольной одежкой. Всем еще раз привет. Утром не получилось подключиться, девочки, проспала, ну бывает, быстро быстро оделась, побежала. Значит, что я успела сделать за вчерашний вечер? Я, конечно, не все пуговички прошила. Здесь вот я вставила кнопочки. Значит, получилась вот, ну, вот такая небольшая стопочка. Еще вот надо пришить пуговички. Конечно, это не, не такое мое любимое дело. Поездка в магазин перенеслась, и поэтому немножко я расслабилась, не стала себя напрягать вечером. Ну, смотрите, одно сделано, второе, третье, четвертое. Ну, это вот костюмчик, читайте. Пять, пять получается, изделий я пуговички пришила. Здесь прозрачные, здесь в цвет, здесь тоже видите в цвет. Вот, то есть половина работы сделана. Ну вторую половинку я также тут осталась. У меня одно платьице, сейчас я вам покажу. Я одела одно платьице на куколку, вот она. Вот, ну вы, я думаю, уже видели ее, мне ее подарили на день рождения. Вот, я мерила платье Паула Рейна, подходит ли или нет. И вот так вот смотрится это платьишко. Мне очень нравится тоже сделала здесь пуговички. То есть 6 изделий у меня сделано. Вот. Ну и остается тут немножко. Вот эти вот три летних. Еще вот сюда пуговички и сюда. В принципе, еще вот пять платьев. И у меня еще два кардиганчика лежат, лежат отдельно. Uh, я сюда что-то забыла положить. Ну, ладно, это все равно буду потихоньку делать. Думаю, может быть, сначала это сделаю. И сегодня вам покажу то, что я хочу еще продвинуть. Uh, у меня завтра, послезавтра, будет выходной. Завтра я обязательно тоже подключусь, покажу, что буду брать в работу. И поэтому сегодня я могу повязать допоздна так можно сказать. Так, что я возьму еще с собой? Uh, я вяжу вот такой кардиган с капюшоном такую вот кофту тепленькую, да, на весну. А Свои внучки. Здесь у меня, сейчас подождите немножко, наверное, камеру подниму, чтобы вам было более видно. Вот так, думаю, лучше вам видно. Получается вот такой кардиган. Здесь у меня перед, спинка и капюшон у меня отвязаны. И осталось вот два рукава сделать и обвязать планку. Значит, пряжи пока вот у меня сколько. И в планах сегодня просто вот эти два моточка извязать. Я думаю, так, наверное, маркер я сейчас приделаю вот сюда, чтобы посмотреть, сколько я продвину. И я думаю, вам интересно будет и мне. Это я сегодня точно извяжу, тут как бы немного. Но если будет настроение, вдохновление, как говорится, дальше повязать, то обязательно повяжу, провяжу дальше, ну, присоединю, естественно, моточки. Все, это планы на сегодняшний день у меня. Все, я ухожу смотреть сериал и вязать. Встретимся завтра и покажу свои продвижения уже по вот этим вот процессам. Я думаю, что с пуговичками должна справиться. И что-то тут тоже продвинуть. Давайте до завтра. Всем привет. Ну что, хочу отчитаться вам за вчерашний свой день. Вот мы с вами прикрепляли маркер. Вот рукав довязать мне удалось. Осталось совсем. Сейчас покажу. Совсем чуть-чуть. Вот осталось ниточки. Вот смотрите, откуалы вот столько и от этой пряжки тоже вот немножко. Ну и я довязала этот рукавчик, отложила и стала продолжать ввязывать, пришивать, вернее, пуговицы для кукольной одежки. Больше я ничем не занималась. Вот. А сегодня тоже целый день бегали с сыном, получали паспорт, меняли в 20 лет. Вот. И только вот вечером смогла подключиться и показать вам свои результаты за вчерашний день. Ну, смотрите, что буду я делать сегодня. Я возьму также в работу вот эту кофту. Возможно, начну или второй рукав, или мне что-то хочется, если честно, связать планку. Обвязать, взять вот новый моточек. Потому что здесь, я думаю, это полмоточка точно уйдет на рукав. И вот мне хочется снова моточка обвязать планку сделать полностью вот это вот все закончить а, пришить пуговички посмотреть как будет а, смотреться пуговицы у меня есть так как обычно сейчас нырну достану вот они пуговицы и я как-то удачно мне кажется подобрала их они такие перламутровые вот еще надо понять где мне так вот здесь у меня капюшончик начинается. И, да, и отверстие под пуговицы, наверное, буду делать вот напротив вот этого пуфика. Как я называю? Три, четыре, пять. О, как раз у меня <laughs> так и получается. Да, но здесь, 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 здесь. Здесь, наверное, все-таки внизу надо будет сделать. Здесь как-то не, не то. Это будет все расходиться. Наверное, это здесь пуговички сделал одну так. Может, вот так все-таки. 4, 5, 6. Тогда это низко. А может быть, даже как-нибудь... Ну, видите, здесь тоже сложно разложить. Вот так вот, наверное. Это просто... Во! Вот так. Вот так вот будет, я думаю, нормально. Но это же не здесь будет крепиться, а это будет крепиться на планке. И вот ориентир... У меня будет такой. Здесь мне хочется, конечно, под горлышко, чтобы вот так вот закрывалось. Все было плотненько. Ну вот, пуговки есть. Я думаю, что они очень даже здесь будут смотреться классно. Вот. И еще чем я буду заниматься. Я думаю, что я к вам смогу подключиться и показать свой результат только в понедельник потому что у меня сегодня только выходной, а завтра у меня рабочий день, и я выезжаю рано утром, а рано утром еще темно, и снять с утра я вам ничего не смогу. И поэтому я думаю, что я в понедельник как раз подведу немножко итоги и покажу вам, что у меня вообще сделалось за неделю. Ну, небольшие, конечно, продвижения, но работа есть, проделанная какая-то есть. Значит, вот это я с собой беру, суббота, воскресенье. И смотрите, у меня, девочки, есть вот такая кукла. Она текстильная, мне ее дарили. Вот, вот здесь вот все глазки нарисованные. Первый раз я такую, конечно, вижу. Я видела, ну, сдалека, где-то в интернете, а так в руках не держала. Это у нас вот такая школьница. Вот это на такой модной они, она в таких модных туфлях. Такие колодки у нее высокие. И смотрите, был связан наряд у девочки. Он мне вообще не нравится. Он такой неказистый. Вот. Ну, вообще как-то так. Тяпляп сделано. И такой же вот жакет тяпляп называю. И я хочу этой куколке связать жакетик. Он будет белый, конечно. Может быть, пожурчик какой-нибудь пущу. Сейчас еще придумаю, посмотрю. Вот. И связать шапочку ей и будет у меня такая вот нарядная текстильная куколка. И думаю, что для двух дней мне этого будет достаточно. Тем более, в воскресенье, как я сказала, у меня день рабочий. Хотя бы это успеть. Вот. Ну, на этом я пока буду отключаться. Все, подключусь к вам в понедельник. Кстати, вот показать. Ну, вот такая вот она была ученица. Вот. Ну и жакетик. Был одет. Сейчас так вот приложу. Ну, мне ну, не нравится. Не нравится вообще никак. Ну, как-то... Кукла так интересно Вроде как сделана, все расписано. Такой образ интересный. Но этот жакет вообще какой-то задрипанный. Вот так можно сказать. Ну, вот такая, да, куколка. И вот я также хочу ей связать что-то новенькое. Ладненько, давайте я пойду работать, подключусь к вам в понедельник и уже покажу и подведу итоги моей работы за эти вот шесть дней. Всем еще раз привет! Ну вот, пришло время подвести итоги такой, такой моей затеи. Хочу вам сказать, что немножко она мне далась, конечно, тяжело каждый день делать какие-то даже вот минимальные съемки выделять время для вязания это реально вот немножко для меня проблема но мне нравится формат такого видео я думаю что буду каждый раз тренировать саму себя да это меня будет немножко дисциплинировать может быть и вам будет поинтереснее да и контент, контент будет выходить почаще на канале Возможно, научусь время побольше выделять, но, конечно же, все зависит от того, как я, когда я, в какое время я буду заканчивать работать. Пока у нас погода ужаснейшая, да, гололед, ледяной дождь, потом снег идет, то есть едешь вообще 50-60 километров в час, а дорога дальняя, сами понимаете, да, при таком движении ты, естественно, приезжаешь поздно. Вот я сегодня приехала вообще в 9 вечера какое вязание но ну просто никакое что вчера успела повязать то и повязала вот ну давайте подведу такие мои небольшие итоги в принципе я довольна почему объясню потому что во-первых вот это вот долговяз у меня довязался да а моя жилетка вот она то есть все сделано к весне подготовлено это вот готовая работа потом я все работы кукольную одежду, все полностью э, закончила. То есть пришила пуговички, вставила кнопки и все, эта вся одежда поехала у меня э, к заказчикам. И половина ушла э, ну, в магазин, где я выставляю свою одежду для кукол. Вот. Следующее, что я хотела. Я хотела на выходных, э, как говорила, довязать э, комбинезон. Я его не... не комбинезон, ну, как комбинезончик, да, кофту с капюшоном какой комбинезон. Я его не закончила. Да, вот как она у меня осталась на этой стадии, так и осталась. То есть даже не притрагивалась, сложила, и она у меня лежала. Но все равно плюс есть, один рукав связан. То есть осталась второй рукав и осталась планка. Конечно же, буду брать в работу. И я закончила одевать вот эту девчонку. Перевязала я ей кофточку. Как видите, это смотрится более такая нежно, ниточки чуть потоньше. Сделала вот так, чтобы наверху вот эта жабо была. Вот шапочка такая простая-простая с ушками. Но она не то, что с ушками, это связан обыкновенный квадрат. Вот тут вот сшита по бокам. Вот если посмотреть. И за счет этого образовались вот такие ушки. А как видите, голова у куклы она не круглая, немножко плоская. И эта шапка очень хорошо. Можно сказать, идеально села, да, на нее. Вот куколка, все у меня одета, и этим я тоже очень даже а, довольна. В принципе, в принципе, все, что практически запланировано, 4-3 пункта 4, да, кроме вот этой вот а, кофточки, у меня все было доделано. И это меня очень а, даже радует. Спасибо всем, кто досмотрел данное видео до конца пишите комментарии, ставьте лайки. Кстати, мне очень будет интересно, такой формат видео будет интересен моим, ну, вам, моим подписчикам или нет. Вот даже если, может быть, как-то скорректируете, да, меня, что вам хотелось бы увидеть. Единственное, что сразу говорю, что свой быт я снимать не буду. Могу, конечно, снять места, где я работаю. Я уже говорила, да, там пыталась несколько раз и даже показывала то, что я Часто выезжаю за город, но сейчас такая погода на улице, что просто ты не можешь ехать за рулем и брать в руки камеру. То есть это опасно. Вот. Но там чем я занимаюсь именно домашними делами, да, и там своими какими-то личными делами, естественно, я показывать не буду. У меня канал, он связан с моим творчеством. То есть я вот все, что касается своего творчества, я этим готова делиться с удовольствием. Вот. Но ну, все, я думаю, что на этом буду заканчивать. Еще раз, всем а, большая благодарность. Увидимся в следующих подключениях и в следующих влоговых видео. Все, всем пока-пока!